Открыл фестиваль здоровья глава Сочи Анатолий Пахомов. Прямо возле Южного Мола возведен небольшой этнопарк белорусской культуры. Гости подготовили разнообразную развлекательную программу. В течение всего фестиваля они будут демонстрировать традиции своего народа. Чем больше будет у нас разных мероприятий, чем больше у нас будет звучать музыка в наших скверах, парках, на лайфсайтах, чем больше будет праздников, тем лучше и счастливее будут жить наши горожане. На открытие пригласили почетных гостей, ветеранов, которым вручили подарки. Фестиваль будет проходить до 7 августа. Все это время жители и гости курорта смогут в приятной обстановке посидеть, послушать песни творческих коллективов и продегустировать блюда национальной белорусской кухни. Основная цель ярмарки – знакомство жителей курорта с дружественным государством. Тем более в многонациональном Сочи живет много выходцев из Беларуси. Именно поэтому глава города уделил фестивалю большое внимание. Я хотел бы поблагодарить главу города, который принял самое активное участие в организации этого мероприятия. Без его участия было вряд ли это возможно. Также на площади Южного Мола расположились торговые ряды, где белорусские производители представили лучшие товары со всей страны. Так на прилавках можно увидеть всем известный белорусский лен, произведенный в городе Орш. Натуральные белорусские колбасы, беловежский мед, изделия из трикотажа и многое другое. Тут же на ярмарке можно приобрести уникальную посуду из глины. Замешивается глина на молоке. Вот чернение, вот все, что вот идет черненькое, это все чернение тоже обжигается в молоке. Поэтому глина, в принципе, она дышит, она вот натуральная. В ней открываются все-все ароматы. Фестиваль и ярмарка будут открыты для всех желающих до 7 августа. Время работы с 8 утра до 7 вечера. Игорь Кырпа, Борис Хосин, телекомпания ФКТ.